Эй, йоу, друзья, всем привет, мы играем в GTA 5 онлайн вместе со Славиком Мастом. Всем привет! Да, и сегодня у нас в серии будет танковый патруль. Сейчас немножко объясним вам правила. Вот я езжу на такой машине, а он едет на танке. Танком... Так, аккуратнее. Аккуратнее. Пушку танка нельзя... Ну, покажи как можно. Показываю. Вот. Пушку вот так вот только можно вертеть, не больше. Нельзя вот так вот на бок. Ну, что типа как мы в Брикриксе записываем. Вот. Да. Ну, так как GTA, вы знаете, тут очень легко стрелять на танки, ездить и так далее. Тут и не надо нажимать Alt. У него должна быть отключена. У меня отключена, и так, вот. Используем только пистолеты и так далее. Ну давай, все, уезжать, да. Давай в разные стороны разъезжаемся. Выбрали мы специально вот такую вот небольшую локацию на карте. Вот вы видите, вот такую вот локацию. Да, очень подходит, кстати. Вот под... Тут типа такие дороги. Кстати, тут есть всевозможный транспорт. Можно его менять, если вдруг тебе повезет там каким-то образом выжить. Кстати, я реально тебя не вижу. Образом от танка. Я стреляю уже, на! В смысле? Что, убил тебя? Да нет. Я уже езжу. Ну, слегка можно, да, за границу так рандомно залазить, нечаянно. Ну, я попытаюсь, конечно, максимально стрелять по правилам. Надеюсь, не так, забуду. Где он у нас? Так, я уже его вижу. Я нет. Я, типа, буду очень слепой. Ты что, где ты? Ты что там делаешь? Летаю. Главное, танки, блин, не перевернуться. Да и в два зажмешь, да и все, он тебе. Ладно, берет. Буду я камеру вращать, просто не буду стрелять, если я смотрю не вот в эти вот границы. Ну, короче, у меня типа ограниченные углы горизонтальной наводки, во. Типа у меня не танк, а ПТ-шка такая, без башни. Что типа такого давайте у нас будет? Ну, кто в World of Tanks играл, тот поймет. Так, все, я играл. Нельзя. Так, а где ты, серьезно? Я тебя не вижу. А я наверху. Так, смотри. Я вижу какие-то тут машины, кстати. Вау! Разворот, поворот. Мам. На! Есть! Так быстро! Охренеть, ты же, ну, ты живой? Еще шанс. Ну давай, садись в другую машину. Ну я-то живой. Окей, окей, давай, садись в другую машину. Блин, я. Со временем, возможно, мы будем улучшать какие-то правила. Да-да, потому что мы впервые только записываем. Еще сами тут все. Давай, давай, давай. Ну все, уезжай. О, тут какие-то гастеры повылезали. Боятся меня. Но я не буду их убивать. А может и убью. Кстати, пулемет можно использовать? Он тут есть вообще? Вроде нету. А, нету? И нету на танке пулемет. Только пушка? Плохо дело. Только вроде на новом танке. А, я точно, я вспомнил, то в модах есть пулемет. Я просто модики записывал на второй канал как-то. Вот, давно, еще почти год назад. Все, и там у меня на танке, я помню, на Армате, на Т-34-85 был пулемет. А мне писали то, что в оригинале нету танка пулемета. Ищу и так. Ёп, рысы-то. Не, серьезно, куда ты, блин, спрятался? Не, конечно, с радаром было бы, наверное, веселее. Ты что, вниз куда-то спрятался? Блин, блин. А, вот он ты! Я прям на тебя. Да ёб твою. Че, серьезно, с вертушки так попал? Я прям на тебя почти упал. Привет. Ну что, я теперь? Или даешь третий? Давай третий, типа по три жизни, ну, да. Хорошо. Едем, вон я его вижу, на, блин, жесткий танк. Ты серьезно прям на меня? Короче, я тебя сейчас буду таранить. Я не буду тебя убивать с пушки. Попробуй. Хотя бы пытаюсь именно затаранить. Ну ладно, все-таки с пушки немножко можно выстрелять. А где ты вообще? Вот он я. Блин, не вижу я тебя. Видишь, видишь. На, я перевернулся. Мам. Я не буду пока стрелять. Ты слишком пушку выгибаешь. Ну я не буду стрелять, я тебя хочу задавить. Я типа осматриваюсь. Я буду стрелять аж на крайняк, и то вот так вот, вот как сейчас, например. Блин. Все, до свидания. Я сейчас стрельну, да и все. И будет твое до свидания. Что, ты живой, нет? Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Славик, ты где там, а? Ты думаешь, я тебя не догоню? У меня же, блин, танк. Ну, где же твой танк? Ездит. Все. Пропало? Уполз я от тебя. Ты думаешь, ты от меня уехал? Да. Ты меня не видишь. Я уверен.
Я уверен, что ты меня не видишь. Так, это что стоит там? А я вот тебя вижу. А это раздолбанная старая, что ли, машина стоит? Славик. Чего? Посмотрись немножко. Нет, это не ты едешь. Да, в смысле не я? Я кого-то подбил. Вот он я. А, вот он ты. Да. Не, лучше не высовывайся. Ты что, ко мне что ли собрался? Ну да. Блин, я тут проехать толком не могу. Я какую-то будку тут расхреначил. На! И из машины вылез. Ой, по мне кто-то стреляет. Да я нечаянно в тебя кинул. Я хотел с пистолета пострелять, но... На! Я NPC кого-то убил. Тихо! Я с горы просто кубарем. С горы, говоришь? Ага. А, вон он ты. Блин, надо будет, знаешь что, в следующий раз танковый патруль записать не с пушкой, а с пулеметом. Ну типа, чтоб я стрелять реально мог по-настоящему, а не как я сейчас делаю. Так, иногда стреляю. Мать моя женщина! На. А как ты выжил? А, все. Ну что, давай теперь я? Да, давай. Теперь я на машинке, мы тут танчик поменяли, а вот теперь старый танк у нас здесь стоит, все, я уезжаю. Там бензин просто кончился. Все, давай. О, давайте я вот здесь буду ездить. А кто тебя разрешал там? Ой, блин, а я не... Вау, как так быстро-то? Я убил? Да. Я на другой машине буду. Я вот я поймаю сейчас здесь машину просто. Сейчас. Оффроуд какую-нибудь. О, неплохо. О, знаешь, где можно типа от танка уезжать? Где? Тут, короче, такой мостик, он вообще не пропихивается. Все, я еду. Ай, вот он ты, ёпперсы-то. Сейчас бы на... Ай, больно. О, давай, них, да ты охренел, блин. Ладно, давай немножко шары. Все, так, уезжай. Машина, поехали. Все, я хочу угонять быстро. Ладно, вот это будет получше все-таки, да, тачка. Все, давай, я жду. Давай, что 5 секунд у меня еще. 5, 4, 3. Блин, два. Подожди, я перевернулся. Я прям на тебя нацелился, уезжай с моего вида. Два. Один. Давай, пока я тебя не увижу, короче. Ну, блин, я тебя сейчас спокойно застрелить могу. Давай с моего пузыря. А ты меня давай-ка задави. Хорошо. Так. Дети у нас. Куда заныкался-то? Делать сюда. А, вон. Так. Блин, я тебя вообще потерял. Ты по мосту проезжал, нет? Почти. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! А, блин, ты меня задавил! Ты что делаешь? Съедь с меня. Ну все, я поехал быстрее. Это за тобой полиция? Нет. Это, наверное, пожарная сюда приехала. Там вообще ужас творится на трассе, короче. Все, давай, уезжай пока. Тихо, блин. Короче, пропадай с моего виду. Окей. Та ёб, БРСТ. Я это видел. Мужики, куда собрались, а? Ну все, начинаем, поехали. Давай. Так, разворот. Я уже скрылся от тебя. Я тебя вижу. Ты же уже по ней стреляешь, серьезно? Да. Так быстро. Блин, я тут немножко застрял. Уезжаю. Ничего страшного. Так, Ты мой ник, да, если что видишь? Ник или нет? Я не вижу. Ник на несколько метров. Я понял. Так, ну и где ты у нас? Тут баты какие-то дурачки, они... Посмотри назад и наверх. Привет. Ну, здрасте. Ты меня видел? Да. Вот он я. Оно станет меня. Сучка.
Ну и в какую сторону ты поехал? Ага. Я тебя увидел. Ну прощайся. Хрен. Серьезно? Да иди ж ты нахрен, задолбал по мне стрелять. Ай! Я прям вылетел. Это было четко. Так. Так. Теперь машина. Что, еще раз что ли? Ну да. Ну ладно, давай. Все. Уехал? Да. Ну, я тебя вижу. Давай, давай. Ну а куда ты поехал? Ладно, скрывайся. Ой, блин. Ёп. Так. Так, поедем его там встретим, короче. Не знаю, куда он поехал. Если он мне обманочку не сделает. Ой, тихо, ты куда? Ой, я упал на танке. Так. Ну шо, где ты? Я езжу. Я тебя опять Виталиком хотел назвать. О, я тебя вижу. Вот позор. Блин. Серьезно, так быстро. А ты снайпер, блин. Это тайминги просто. Ой, простите, пожалуйста, меня. Что, еще раз, да? Да, можно еще раз. Все, уезжай. Что ты делаешь? Серьезно? Эй, а что ты не пробиваешься? Я уже горю. А вот такое знал. Молодец. Понятно. Ну что, давай теперь я буду? Да, давай, ты теперь будешь. Ну все, я заложу в танк. Давай, давай, можешь уже угонять. Так, one moment. Ты уже по мне стреляешь, что ли? Нет, я по чуваку кому-то стреляю, который бежит. А, так, это высматриваем, высматриваем. Блин, еще машина в чем прикол? Она яркая. Ага, очень яркая. Плохо очень, выделяется. И он хотел в толпе машин спрятаться вот там вот на дороге. Не получилось у меня нихрена. Так. Ну я заныкался. Я кажется, представляю, где ты вообще заныкался. Так, на карте где ты у нас? Так, едешь. Блин, будет классно, если он проедет. Если мимо тебя проеду? Да, ну ты едешь пока правильно. Вон уже зеленый что-то увидел, хотел стрелять, потом увидел, что это предыдущая сгоревшая машина. Тут их много захреначено. Ну, вообще ты меня спалишь. Ну ты вот здесь вот где-то спрятался. Так, так, я тебя вижу. Знаю это. Я тебя нет. Ну едь, едь по этой тропинке. Сейчас мы тебя найдем. Блин, а куда перепрятаться можно-то? Все говно. Блин, 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 блин. Слишком уже близко. Блин, он сейчас осматриваться будет. Да ну, серьезно. Так, серьезно, где ты? Ну, ты меня заметишь, если ты проедешь тут. Он все камни такой наезжает. Ну, я типа все осматриваю. Блин, ну он меня проехал. Кто тебе такое сказал? Твой ник отображается. Точно, я забыл. На, ищу тебя. Ты снова зеленую взял? Ты у нас всегда зеленая. Ну ладно, я не подумал, что ты каждый раз будешь разный цвет. Вообще можно разные машины, ну, типа. Я, конечно, сейчас сделаю кое-что. Сделай лучше другого цвета. Я зеленую очень быстро нахожу. Сейчас, пока если увидишь, тогда не стреляй. Я тебя не вижу. Я тебе говорю, если бы не твой ник был там в кустах, то я бы тебя не заметил бы. Ну, в принципе, можешь искать. Ну, окей. Я тут рандомные цвета понаставил и все такое. Так, он меня... Блин, я думал, это твой танк стоит. Который у нас без бензина стоит. Я тебя видел. Там он ты. Да, вот он я... Блин, не в ту сторону я прыгнул. Короче, я себе сделал наклейку такую. Тупой NPC взял, он сам на танк на мой забежал, вот придурок. У меня такая пламенная раскрасочка. Я тебя сейчас быстренько найду. Оу. Не-не-не, ты меня не видел, не говори так. Я тебя и не видел. Ты про что? Блин, он едет прям ко мне.
прям за мной. Мне повезло. На. Ну давай все, отрубай бессмертие и го постреляемся. Мы друг против друга. Так. Ну давай еще одну мне попытку. Окей, давай. Я себе бессмертие отключил на всякий пожарный. Ты тоже давай все отключай. Зачем? Я же умру. А, ну ладно, да ты умрешь. Блин, мне теперь отсюда надо выехать. Окей. Вот как раз я пока буду отсюда выезжать. Потерялся. Ты заодно и сможешь свалить. Так, ой, давай, 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 давай. Да блин, она не заезжает. Не заезжает? О, стопой, 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 стопой. Ой, че, на какого-то бота переехал. Вот мы ли тут людям устроили, да? Работали тут бедные люди. А мы тут устроили. Ты серьезно? Мы ник увидел. Ник твой видно. Ай, блин, ты, кстати, угнал, реально. Мам, пожалуйста, помоги мне. Тупая машина, уедь отсюда. Вот это красиво было. Такая маночка. И у меня есть шанс угнать. И блин, а как мне отсюда теперь выехать? Офигенно сработано. Лайк. Так, у меня уже темнеет понемножку. Не, у меня еще день. Быстренько поставим себе денек. Так. Одета снова. Ой. Куда ты, блин, уехал? Да тут недалеко, ладно, хватит прятаться. Сейчас я просто сюрприз тебе устрою и можешь убить. Да я, конечно, знаю, где-то. Ты где-то сверху. Ошибаешься. Я уже свалил оттуда, куда ты. Можешь назад возвращаться. Куда там свалил? Ты меня уже видишь. Мам. Помоги. Ну все, начинаем го стреляться. А где ты, где ты, где ты? А вон он, ты же. Я тебя даже не вижу, чем есть прикол. А, нет, вижу. На расстоянии, так... Слева. Блин, мне нравится. Блин, конечно, сенса. Так, бежит сюда. Да в смысле? Да в смысле? Да в смысле? Да ты серьезно, что ли? Да. Блин. Ладно, принципе, это все. Вот такая вот на сегодня ПВПшка получилась. Думаю, Баншира вставил момент, где он меня с одной тычки убил. Вот как раз я его тут убил. Ну, короче, все топово. Если вам понравился танковый патруль GTA 5, что-то не сказал, Лего танковый патруль Брикрикс, то ставьте много-много лайков. И обязательно пишите свои дики в комментариях, что можно еще в GTA-шечке записать. Ну, помимо, знаете, вот этих вот популярных, да, там всяких детранов, гоночек, каскадерских гоночек, скилл-тестов и так далее. Пишите, типа там танковые патрули, маячка, может, что-нибудь такое еще и запишем. Обязательно, точнее, запишем. Все, давайте, всем пока-пока. Всем удачи, пока.